то говорите, дай собачке что-нибудь. Ничего себе. Так. Андрей, по-моему, вот так вот как-то рубал. Вот так. Вот так разделил пополам коробочку. И вот так. Оп, все. Всем привет. У нас 7:30 утра. Будем собираться на реализацию. Соберем сало, мясо и переважим, ну так, пробежимся косты, сколько простого сала со всей тушки, сколько сала с прорезью, какие вырезки и так дальше. Свинка небольшая, килограмм 170-180, ну посмотрим, какой вес будет и выход мяса, прикинем примерно на глаз. Понятно, в первую очередь одеваем перчатки, так как пишут часто антисанитария. Не писали до того, как я начал одевать. А начал одевать, уже не пишут. Поэтому я жене заказываю, говорю, перчатки. Она мне привозит и... Погнали. Так, начинаем. Да давай два коста в один. Тяжело. Давайте два коста в один ящик. Меньше ящиков будет. Так. Ставим ящичек. Отбиваем. Нолики. И кладем. Мы сразу перекладываем в другие ящики, чтобы сукровица, которая стекла с мяса, так, это один. А это второй. Опа, вот два задочка, два коста. Вырезанная сама мякоть. 26,580. И также писал мне подписчик 5-10, что когда взвешиваешь, сразу бросай в машину, не тягай. Ого! Так и делаем. Ой. Сразу в машину. Опа, вот так. Есть. Сейчас взвесим две лопатки и потом освободим красный. Не стану. А? Во, нули. И кинем две лопаточки сюда. Оно постояло, сбежало все. И уже, кстати, вот это задние два коста, что мы взвесили, это заказал один человек. Тоже подписчик, смотрит давно уже и берет у нас частенько. Так. Две лопаточки, 13,220. Все без кости, одна мякоть. Забираем. И сюда. Оп. Главное не спешить. Сдеваем на нолики. Взвешиваем две отбивных. И потом оттарим и взвесим ошеек отдельно. Ну, давайте... Сейчас сначала
Да, я сюда века положу на стол. Это два ошейка. Ну, две половинки ошейка. Это внутренние вырезки. Оно как раз бежало, отлично получается. Так. Две отбивные. Оп. 9240. А теперь оттаривай. И сюда шейку. Нажимаем тару. Все, нолики. Нолики. И кладем туда две половинки ошейка. Ошейчик. Оп и оп. Ошейк 9 килограмм. И маленький ошейк. И ну, это две внутренних, не будем их взвешивать. Опа, и забрать в машину сразу. Так, сало. Ящик красный нам надо пустой. О, сейчас мы перекинем вот эти вот голяшки. Сами голяшки тоже тяжело, надо взвесить. 4 голяшки, да? А, тут и ребра у нас же. Ой, стазик, блин, ось. Да, вот это? Ось. Ага, давай. Ставим этот тазик. Нажимаем нули. Берем этот тазик. И сюда все ребра. Перебрасываем. Все ребра перебрасываем. Одни ребра. Ребер, ну, грубо говоря, 12 килограмм. Тоже в машину. Колоссальный выход. Что? Выход колоссальный. Выход колоссальный. Так. И став сало с мясом. Давай сначала простое. Сало без мяса простое, тоненькое, со всей туши 170 килограмм. 16 килограмм сала обычного. Опа. Так, сало с подчеревиной. Там у нас оттарено, да? Сало с подчеревиной. Ну, 18 килограмм. 17560. Ну, это ценнее мясо его называют. Есть такое. Сюда. Оп. Аккуратно. Теперь берем пустой тазик, оттариваем, нажимаем тарку, нули, нули, и бросаем сюда 4 голяшки. Раз, два, три, четыре. Опа. Одиннадцать килограмм, 4 голяшки. И тоже сюда положили. Ребра. Ой, это кости мы туда тоже, да? Ну, маленький переложить, чтобы я отдельно все сложу. Кости. Кости рубленые, хребет.
И хорошо тоже покупает. А такие шарики, ну такой, чтобы особо без мяса, мы оставляем Аське и Борису. Что тут брать? А, такие мясистые, да? Вот хорошие. Да, вот хорошие. И вот нормально. Это хвостик. Хвостик вообще-то я себе оставляю. Вот это оставляем Аське и Боре, да? Ну, кости, понятно, взвешивать не будем, но... Машину сразу закинем. Так, внутренний жир. Внутренний жир совсем мало, килограмм полтора. Головешка. Кабинка. Кабинечка. Так, кабинка. Нажимай на тару. Нули. Четыре. Раточки. Сюда мы положим. Ну тазик грамм 300-400. 11-400. Ну 11 килограмм. Опа, и тоже сюда. Ну получается и все, да? Вот, друзья, такая небольшая у нас вышла тушка. По выходу мяса хорошо. Выход мяса определяет только по белому салу. Белого сала тоненького мало килограмм, а сало под черевиной, сама мякоть, это все, грубо говоря, одно и то же. Вот вам что такое мясная порода, мясная генетика. Андрею очень нравится, говорит, выход вообще колоссальный, все. Мясистое, хорошее, и сало очень-очень мало, и не жирное. Вот так. Так что... Поеду, отвезу. И по прозваниям, кто позаказывал, приеду, заберут, и на этом все. Я потом поеду, заберу ящики, и вот так. Вот, друзья, так получилось все. Места на все хватило. Разложил. И все. Ну, это я вам говорю. Это получается один человек. И подписчик заказал два задка. Одну половину ошейка. Не помню, сколько ребер. И еще что-то там. Это один человек. И получается, там не куча людей придут покупать эту тушу. Там человек... 5-6 все разберут ее. Ну, а там мелочь уже, там тому сало кусочек, то вот такой уже как бы не считаем. Вот так.